Окей. Добрый день. Меня зовут Марина Рогачевский. Я руководитель, владелец клиники Эль-Вадай в Иерусалиме, которая существует в Израиле в Иерусалиме 20 лет. В моей клинике проводится ряд процедур, несколько процедур, которые, в принципе, с помощью этих процедур осуществляются и профилактические оздоровительные меры, и также процедуры, которые способствуют лечению, оздоровлению, выздоровлению пациентов. Одна из них – это очистка кишечника, очистка толстого кишечника, которая называется колоногидротерапия. Аппаратура у меня американская, одна из машин. Пациент лежит, я сначала объясню, как происходит процедура, потом зачем она нужна. Значит, пациент лежит на процедурном столе, вводится через ректум, вводится специальный наконечник, естественно, стерильный, который соединяется с двумя шлангами. И эти шланги соединяются с машиной, с аппаратом. Через один шланг подается вода маленьким давлением, очень медленно, столько, сколько теплая вода, очищенная, есть система фильтров, столько, сколько есть свободного места. И тогда, когда мы видим, что по давлению, что достаточно, или от реакции пациента, я перекрываю подачу воды, и выходят все отходы, которые накопились там, которые могут выйти, проходят через аппарат и уходят в канализацию. Снова запускаем воду, снова выпускаем отходы, и таким образом производится очистка толстого кишечника. Отличие, главное отличие, что многие считают, что это как клизма. Это совершенно, это только тот же путь, но совершенно не та же самая процедура. Потому что обычная клизма, даже двухлитровая, делает только освобождение 20-30 сантиметров нижнего отдела толстого кишечника. С помощью этой процедуры происходит хорошая очистка всей длины толстого кишечника, что составляет от 1,5 до 2 метров. Значит, то, что мы видим вот здесь на плакате, значит, это вот толстый кишечник, водичка попадает сюда и выходит отходы, шлаки. Дальше она потихоньку освобождается, дальше подвигается, дальше, дальше и дальше. И таким образом можно до конца процедуры дойти до соединения тонкого и толстого кишечника. Дальше вода не поступает, поскольку есть соединение такое, что может быть только на выход. Для чего нужна эта процедура? В плане профилактики заболеваний она необходима для того, чтобы убрать застоявшиеся каловые массы, которые, как мы видим, форма толстого кишечника имеет вот такие вот складочки, в которые задерживаются каловые массы, газы и слизь. И это в плане профилактики. И тогда организм, все системы организма работают совершенно по-другому. То есть метаболизм восстанавливается, это способствует тоже и хорошему цвету лица, хорошему настроению, ощущению легкости. И как бы все буквально системы организма начинают работать в совершенно другом режиме. Теперь, если есть какие-то действительно показания, есть проблемы, что есть запоры, есть поносы, есть аллергия и так далее, то эта процедура еще больше показана, поскольку это способствует тому, что можно избавиться от этих проблем, конечно же, в сочетании с определенной диетой, с определенными рекомендациями, что тоже дается обязательно, по ходу дается в моей клинике. В принципе, если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо.